Трасса мне понравилась, она достаточно необычная, не совсем традиционный формат лыжных гонок, то есть здесь нету спусков, нету подъемов и нету спусков, где можно отдохнуть, то есть и трасса диктует специфику прохождения гонки, раскладку по трассе, то есть достаточно интересная трасса, мне понравилась. Мне кажется, было бы отлично, если бы получилось один из этапов Кубка Масспорта провести в центре Санкт-Петербурга. Это интересно будет и спортсменам, и также, возможно, люди, которые будут просто гулять в центре города, смогут посмотреть и как-то приобщиться к нашему виду спорта, потому что одна из основных задач соревнований – это популяризация лыжного спорта. И поэтому это отличная идея, на мой взгляд. Ну, конечно, я бы хотел пожелать участникам соревнований любить лыжные гонки в первую очередь, заниматься спортом. И как можно больше участвовать в соревнованиях, получать удовольствие от соревнований. Ну и, конечно же, от тренировок, от подготовки к соревнованиям. Ну и самая главная цель всего спорта, наверное, хорошего здоровья. Андрей Краснов, специально для Масспорта.